Всех просим прощения, кого обижали, обижаем мы многих, вот, особенно в связи с нашей творческой деятельностью, когда что-то организуешь, непременно кого-нибудь обидишь, что ты так скажешь, вот, ну, простите нас, вот, мы будем стараться этого делать меньше, хотя это трудно. Итак, песня-концовочка. Автор текста Тиец Бара.
танцовочка дороги. Но страшно мне подняться и пойти. Пространство здесь бездушно, как без Бога. Авиаиероглиф. На самом деле, вот я считаю, что большинство песен, если вот у них есть какая-то настоящая подлинная красота, это именно красота вот о том вот месте, про которое мы сегодня вспоминаем. Мне кажется, вот как раз вот в этом тексте это тоже есть, поэтому будет песня Авиаиероглиф. Поехали. Авиаиероглиф. Не путать с аэро и с иероглиф.
пытаемся выйти из-под бомбы. Ветра. Вот мы подобрались к теме зимы, которая уже вроде должна закончиться, но еще не заканчивается, поэтому еще не успеем. Песня ветра.
Реальность, потому что, ну, если их воспринимать как реальность, все становится понятно. Если их не воспринимать все как реальность, то на самом деле ничего не понятно. Вот. Ну, лично вот я как-то пытаюсь поделиться своим ощущением, то, что вот это, то, что во многих песнях тема возвращения домой или какой-то тоски там о чем-то лучшем и прекрасном, оно никак не может быть реализовано, вот если только не искать пути возвращения домой. Вот. А этот путь открыт нам. Будет очень скоро пасхальной радости. Вот. Песня, которую сейчас мы сделаем, это вообще премьера того, что мы сделали. То есть мы буквально там вот отрепетировали. Для нас это очень большая скорость за неделю. Поэтому, опять же, можем чуть-чуть наложить, если что. Ну, если что будет не так, нас извините. Thank you.
упаду, но стану вновь. Огнем горит в душе любовь. Я спою одну песню, которую очень надо спеть. Я спел частично на фестивале. Это сейчас будет такая попытка спеть целиком. Она тоже то же самое. Песенка. Да. Сейчас надо переключиться.